Книга «Открытым оком», первый том. Вопрос 252. Политика. Выходит, и царская власть тоже была от Бога. Однако цари мобилизовывали на войну христиан. А противление к государю рассматривалось как противление Богу. Поясните. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 1 Коринфянам 1:23. «А мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Не царя-батюшку, не хороший государственный строй, а Христа проповедуем. Цари тоже человеки, и в государстве у них много было беспорядка, хотя они и хотели наводить порядок. Екклесиаст 5:7. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому. Потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Рассказывают, что прознав, что в его ведомствах водится казнократство, и особенно возмутительно то, что в военном министерстве, и что самое неприятное, в морском флоте воруют все вплоть до веревок. Петр I своему министру стал диктовать строжайшую статью в Уголовный кодекс. Что если человек похитит у государства хотя бы на цену веревки, то он повесит его на этой веревке. Зная исполнительность своего министра, Петр удивился, почему тот ничего не пишет, на что тот, улыбнувшись, ответил: «Вы потому и называетесь царь, что у вас есть подчиненные, а если этот приказ вступит в силу, то вы останетесь один». И царем уже не будете называться. Еще Карамзин жаловался: воруют. Но справедливости ради следует сказать, что воровали немножко меньше, чем сейчас. Власть от Бога означает только одно – попущено Богом. А вовсе не то, что Бог благословляет демократов, фашистов и коммунистов и на все говорит «Аминь». 3 Ездры 16:18. «Начнутся болезни, и многие восстинают, начнется голод, и многие будут гибнуть, начнутся войны, и начальствующими овладеет страх, начнутся бедствия, и все вострепещут». Премудрости Соломона 6:5-8. «Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание». Сираха 10:2. «Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем».